Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы сейчас озвучим, в которой у меня вопросы и ответы, 4124. Но все время появляются новые вопросы, которые в то время, когда я вел занятия в университетах, не было. Какой-то вопрос? Да. Что такое Левашов и Петров? Знаете, какое они имеют отношение к христианству? Ну, я и думаю, что спрашиваешь об этих, который генерал был, генерал, этот, да. Считался академик, да. Я просто в Википедию посмотрю, у обоих были материалы какие. Вот, допустим, возьмем, кто это? Петров Константин Павлович. Вот он был, участвовал в космических там разработках где-то. А потом ушел. Ушел оттуда. И что вот считай дальше? Взгляды, высказывания. Вот отсюда выступил. Выступал вот это, с критикой некоторых неоязыческих организаций и лидеров, их ритуалов и источников. А сам как раз из их числа. Только, ну, как вот масоны были, Туле общество, Гитлер образовал масоны, и масоны, которые в Америке, тоже масоны, но они тоже на ниточках тех, кто руководит ими, то есть сионизм. И что он тут? Так, по утверждению членов общины родноверов, Петров стал приверженцем идеи неоязычества и прошел обряд раскрещивания. Понятно? И что? И именно лечение Волхв Момерогор. Вот так. И что? В 2005 году на капище Дашбо в станции Кашпускской. Ну это там, где он проходил. Вот обряд раскрещения, я когда-то про таких людей как-то узнаю краем уха, а потом начинаю серьезно смотреть. Они, как правило, почти все одинаково попадают в экстремистскую литературу. Тут прямо написано, вот список экстремистской литературы у Петрова прошла, и та же у Левашова, у других-то. И их на этом сатана не останавливает. Это слуги дьявола. Они начинают, это еще потерпела бы власть, но они сразу начинают критиковать руководство до президента. А это уже приговор. На мосту еще не все встречались с украинскими артистками. И внезапно умирает здоровый, крепкий генерал. Жизнь закончилась. И, как правило, почти всегда их почему-то сжигают. То есть ничего не было. Не было его ни могилы, ничего нету. Я не знаю, кто из них сожжен был, Левашов, кажется, там. Вот этого коснулась вопроса и Новодворская. И от какого-то пупырька в больнице вдруг померла. Они не останавливаются там, где можно было бы остановиться. Ну, раскрещение, а какое-то. А история знала эти примеры? Чем это заканчивалось? Да. И у них есть прозвище. Отступник. Юлиан Отступник. Юлиан был такой очень развитый, так сказать, сегодня. С ним можно сравнить только всего несколько человек в мировой истории. Юлиан — это Ульян. Ульян Ульянов. Это очень похожее все. Это и фамилия не случайная. Не случайно. И вот этот человек учился, кажется, с Григорием Богословом даже в одном месте училища. И его там брата убили, когда он был еще молодой-то. А потом вдруг его избрали войска императором. И он проводит обряд раскрещивания. Сегодня не пишут они как. Ну, я это уже знаю раньше намного. Обряд такой, там яма выкапывается, сверху натягивается решетка, и волк кропит его бычьей кровью. Ну, как раскрещивание? Был крещен, это был христианин. Писал трактаты, как Маркс. Написал, экзамены были у него. Там какой, 10 класс или какой, он написал на Евангелие от Иоанна, 15 глава, «Я виноград, а рыбы ветви». Ну, я его опубликовал даже. И из трудов Маркса беру. Прямо. Прекрасное сочинение было, но никто не знал, куда это выльется. Так и эти. Внезапно умирает. Он язычник, родновер, они все родноверы, родная вера для них. Но это от дьявола. Теперь я возвращаюсь снова к Юлиану. Когда он сделал все это, я теперь не христианин, я язычник. Но ведь дело-то уже идет христианская эра. После Константина это все было.
И вот он дальше замыслил уничтожить христианство. Но не так, как язычники гнали, Диоклетиан, Деки, Ликини, перечисляют. Нет, по-другому. Мирным путем можно задавить. Он очень умный был. Он отдавал приказы, одновременно что-то читал и составлял конституцию, как Наполеон. Очень умный был. Это все враги говорят о нем. Все, кто к нему был не расположен. Юлиан Отступник, я имею в виду. Зарядите в Википедии, найдете Отступник с большой буквы. Ну и он знал, с кем боролся? Да, знал. Иоанн Златоуст говорит так. Там был у них где-то парк какой-то, видимо. Стояла статуя Юпитера там или Аполлона. И она отвечала, когда к ней обращались. Голос раздавался, слышали. Командовал идти на войну, не идти. И вдруг приходит, у него уста закрыта. Он демон через статую эту говорил. Ну зачем ходит мавзолей-то? Он теперь живее всех живых. Не он, а демон, который в нем, который живее всех живых-то. И здесь та же самая история. Не отвечает. А почему? А потому что здесь кладбище хоронят мертвых. Иоанн Златоуст это подробно объясняет. Хорошо, мертвые тебе помешали. Как они могли помешать? Непонятно. Стали делать перезахоронение. И наконец доходят, там был казнен когда-то Вавило. Епископ Вавило. Его только раскопали, убрали и все перестали копать. Он говорит, а почему на этой могиле остановились дальше? Да потому что Святой Дух не разрешал этому демону, изгнал его. И когда это убрали могилу, он вдруг заговорил. То есть даже от мертвого, и то исходит что-то, ну не от него, от него живого, но связано это как-то с мощами. Мне сейчас скажут, ой, а вы мощи не признаете. Нет, тут ничего не надо придумывать. Это Дух Святой так делает. И вот он пошел воевать с персами. Все было высчитано, военная стратегия, подсчитали, все как должно быть. И когда он проходил мимо Василия Великого, то заглянул туда, кесарии этой, и Василий Великий, его приветствовал как императора. Вынес ему хлеб и соль. Он взял и сразу, отдайте, там, говорится, моему Буцефалу, как у одного там был такой жеребец-то. Клок сена принесите и дал Василию Великому. Он говорит, я вам дал как императору хлеб с солью, такой обычай, это пища людей, а вы дали мне то, что скотина, если он говорит, вы христиане хуже скотины. Он не мог простить, что брат был у него убит. И у Ленина брат Александр был убитый. Его мстительность была чудовищная. Самый жестокий человек за 2000 лет, не Юлиан, а Ульян, сын Ульяны, Ульянов. У них все куда-то, Левин, Ленин, там все это, прячется за это, за левой стороной. Левашов, все это слева идет. И вот здесь он пошел, когда воевать, то Василий Великий говорит, сено, которое вы дали, ваше императорское величество, оно животным предложено. Он говорит, вы хуже скотины. Когда я вернусь, я разберусь с вами. И Василий Великий стал и молился. И как рассказывает, в другом месте было, люди молились. И была икона Меркурия. Меркурий это не бог Меркурия, а святой Меркурий. Он изображался, как Георгий Победоносец с копьем. И вдруг видит, киот, рамка пустая, никого нет на молитве. Молился, в это время он снова появляется в киоте, и с копья капает кровь. Не поняли, что это означает. Оказывается, в это время, когда он шел, ему вызвался проводник какой-то. Какой проводник? Неизвестно, но он повел и завел, как Иван Сусанин, в такое непроходимое место, в пустыне-то шли. Ну, тогда на разведку демона послал, Юлиан Отступник, он знал, что он с демонами знается. Это параллельный мир, теперь это потустороннее, там, это можно что-то сказать, но это демоны. И там стоял еле, протянул руки вот так крестообразно и стоял. Демон подошел, от него стена высотой до неба, наверное, ему казалось. Он не мог перейти. Стоял 2 дня, тот ждет, опять вызывает демон, говорит, я не мог пройти. Почему? Да там один поднял руки, молится, я не мог перейти. Да как же так? Ну не мог, и все. Ну, тоже приду, разберусь. И когда он уже готовился к сражению, у него много пало в пустыне, воды не было, лошади там погибли. И в это время, где его ставка была, как обычно на возвышении, вдруг кто-то скачет. Подумали, вестовой. Подскакал этот воин и вдруг копьем ударил его Юлиана сверху, вверх живота. А у него латы были надеты, он как наклонялся, видимо, проникло туда. И он понял, кто застонал.
и откинулся на руки оруженосца, под этот шелом, как называют, руку затянул, не под шлем, это где у него тут было, кольчуга надета-то, запекшаяся кровью, опрокинулся на руки оруженосца и бросил в небо и сказал: «Ты победил, галилеянин». Об этом описывает Владимир Филимонович Марцинковский, профессор. «Ты победил, галилеянин». И вот эти все в конце жизни своей, мы не знаем, как они умерли. Потому что вот Левашова показывает там, первая жена вообще никак. Как он был, что, дети были, не было, нету. Вторая с ним живет, опять у него развод. Развод, и она провозглашает себя: «Я воплощение Иисуса Христа». То есть они все сдвинутые были. Точно так и этот. Они раскрестились и ушли в никуда. И я знаю, было торжество, когда он молился, Василий Великий, и вдруг раздался голос: «Ликуйте небеса! Пало мерзкое животное!» Он назвал христиан животными, скотиной. «Пало мерзкое животное!» И вот, вот которых об этих пишут, родноверы-то, людей-то путали-то, их материалы у всех экстремистскими признаны. «Пало мерзкое животное!» Они тоже могут услышать свой адрес. Были последователи, кто-то хлопал в ладоши. Все это бред. И они внезапно умерли. Внезапно умерли, спрашивается: от чего? Ну, от чего? Ну, давай спросим, чего? Вот он, генерал. Его видно, он какой вот такой лысый, знатный, говорил Константин Павлович. Сколько он жил? Это родился в 45-м. 64 года. 54? 64 получил. 64, а тот 51 только жил. Тот 51 только жил год. Вот он как. И он целиться-то не мог. Правый глаз у него то ли стеклянный был, или что с глазом было у него. И вот здесь описано, что член четырех общественных академий, что российский писатель, публицист, автор чего? Ультранационалистического, неоязыческого, родноверческого, оккультного учения. Вот действительно так. И дальше что? В СМИ характеризуется как создатель тоталитарного культа Возрождения, Золотой век. Автор книги «Россия в кривых зеркалах», внесенный в федеральный список экстремистских материалов за навязывание негативного мнения в отношении иудеев и косвенное возбуждение религиозной розни. Ну, мое мнение такое, то и другое, того и другого выписывали и выставили именно иудеи между собой, чтобы было. А почему? Тут у нас была еврейка и как-то принесла книгу, я даже в руки не взял. Левашов, я сказал: «В печку, Зина, в печку». И вот... У тебя нормально, все? Читать будем сейчас? А? Будем сейчас читать? Ну, вот его видать портрет-то? Да. Ну, вот я покажу, это Левашов. А это вот Петров. Ага. Как он выглядит. И я слышал такое, его выступали, ну, так сказать, приверженцы, последователи учения у Левашова. И говорят, его поразила космическая энергия. Какая? Какая-то целенаправленная, какая? По молитвам. Молитва. И в Киоте вдруг появляется опять икона Святого Меркурия, из копья капает кровь. Святой Меркурий, ему молились, и он расправился. Пало мерзкое животное. Я знаю, радостные возгласы православных были о смерти этих людей. Я никогда не делаю этого, никогда не радуюсь. Я не знаю, почему у меня всегда печаль. О самых негодных людях. Внутреннее, что он мог быть другим. Он разбирался во многом. Там академии кончал, женился, разженивался. Ну, это все человеческие слабости. А потом его сжигают. Лишний вес, его тащат в печь. Там сало течет, все это смотришь. И сгорает, и пепел там, может быть, с отскотскими, с костями какими, с кем перепутаны. Ничего нету. Я слышал, выступают об этом русские священники. И там, я даже слышал, Ткачев об этом говорит, главная беда – это родноверчество. Я не знаю, может быть, он батюшка прозорливый, его Андрей звать, но мне это не дано понять, почему оттуда главная опасность. Я вот это не вижу, я с учением, их книги, зеркала, кривые, старался все узнать, посмотреть. Ни одного слова нету. Я пришел к твердому убеждению, что того и другого выставили иудеи. А почему? А он против иудеев, иудеев, пожалуйста, родноверие. И теперь мне книгу подсовывают: «Вы против евреев? Так вот вы что делаете, они там хулили евреев». Я никогда не хулил, а только благословлял семя Авраамова. Это не по адресу ко мне относятся. И я знаю, что хулящие
семя Авраамова будут прокляты. Они прокляты. Но это выдвиженцы именно иудеев. Это мое такое частное мнение. Почему? Ну, раз у русских есть такое там юдофобство, ненавидят как бы евреев, есть такое «бей жидов, спасай Россию», это русская наработка-то. Я на это высказывался уже не один раз. Более гибельные фразы нельзя было придумать. Это Милюков об этом говорил. Я очень много занимался, 14 лет этим вопросом. Перемолотил всю дореволюционную, зарубежную и отечественную литературу. И убедился в том, что это они это делают. Вы ненавидите евреев. Нам ничего нельзя сделать. А давай мы туда подсунем. И они дальше язычество. А теперь это приписывают христианам. Они никакого отношения к христианам и не имеют. Никакого. А теперь они оба одинаково родноверы, но они с Петровым не сходятся, друг против друга идут. Понятно? Это вот они и есть, разделяя власть. И потом современники наши живут вместе, и ничего нет. Какая опасность? Я не вижу никакой. Они умерли, ничего нету. Ну, умер, не стало Юлиана Отступника, и что дальше? Похоронили, нет ничего. Где оно? Оно всегда будет. Почему язычество? Язычество – это продукт сатаны. Все приписывать Богу. Он сотворил, сама природа, из природы сделать Бога, то не творец создает. Да вы одну пчелу объясните, сколько мудрости в одной пчеле, в одной корове молоко. И уже все вопросы о том, что природа, отбор делала, притом это сразу пчелам надо было дать, одновременно и строить шестигранник, и какой мед, и как собирать, и как его консервировать, и как вырабатывать... Ну, лекарство у них есть свое против нападения даже шершней. Они окружают его, давят, и крыльями машут, там температуру нагоняют до 40 градусов, и он вздыхает. То есть, ну, все это объяснено. И они вдруг грамотные люди, у него член-то академии разных. Ну, это все, как дворки, ну, могут создать-то. Это Америка, Израиль делает. Мое такое убеждение, это, как у Михалкова один там говорит в фильме «12», у Никиты Михалкова, это все еврейские штучки. Ну, раз вы такие есть, вы наш народ ненавидите. Ну, ненавидит он или нет, я не знаю, но согласно его-то. Ну, и туда подсунули теперь родноверчество. Поэтому нет его и ничего и нету. Умирать-то будут, всем надо думать о вечности. Как и Хрущев говорил. Мне уже 70 с лишним лет, лгать мне уже незачем. Когда на пенсии был. Правильно ли он пишет воспоминания. Так и эти. Я их беру обоих одинаково, отдельно даже не рассматриваю. Ну, ничего больше в этом я и не вижу. Это, говорится, прыщ антихриста, как протопоп Аввакум говорил, гнойный нарыв. Но люди приходят, подвязки разные делают, пляшут, говорят, были книги, велится там, никаких книг не было, ничего не было. И самая правильная характеристика язычества дана патриархом Кириллом была. Это были люди не второго сорта, а подобные зверям. А они уцепились за эти слова. Он правильно сказал. Правильно. Как они жили, как воевали, как понятия о грехе вообще никакого не было. 2000 жен только или наложниц было у князя Владимира. У брата родного отнял еще жену, там убил Ярополка. И вот они теперь все это выставляют. Ну и дальше куда несет? Как Мария Дэвис была, Христос. Ну, одинаково все. Поэтому молиться о них нельзя. Но я слышал, что будто бы известные священники даже поздравления слали. Ну, радовались. И в интернете было записано. Не хочу говорить, кто. Ну, я этого не делаю. Никогда, кто бы он ни был. Но расслышать внутренний голос, который об Юлиане сказал, пало мерзкое животное, я могу. Могу. И написано, если даже противник твой будет неизвержен, не радуйся. Писание говорит. Поэтому я придерживаюсь того, что написано в Святой Библии. Вот об этих людях что могу сказать? Никакой опасности, что они оставили книги, все будет сожжено. Да, тут стоит прочитать басню. Я не знаю, она басня есть или нет. Вот сейчас я не подготовленный здесь. Можно даже прочитать. Ты мне если наберешь статью, я сейчас дам тебе. Ну, этих я скину. Однодневок. Они мне не нужны. Левашов тут никакой роли не играет. Я посмотрел, он 51 год. Ну, и фальшь всякая. Вот, заряди такое. Крылов, писатель и разбойник. Если есть, мы сейчас засчитаем. Вот что у меня, писатель и разбойник. О, даже есть. О, Крылов, сочините. А ну-ка давай. Сейчас приближусь. Читай.
А давай я сюда вытащу сейчас, подожди-ка. Я не знаю, что это такое. Это одно и то же или нет? Ну ладно, не в этом дело. Я сейчас в Word за эти произведения поставлю. Может, считать будет легче. Вот, к слову сказать, всегда спрашивают, самый-самый, кто самый? Из всех писателей, поэтов, какие были, ну, вместе поэтов, кто самый умный? Конечно, Иван Андреевич Крылов. Это самый умный был. Ну-ка, прочитай. Сочинитель и разбойник. В жилище мрачной теней на суд пристали предсудей в один и тот же час грабитель. Он по большим дорогам разбивал и в петлю, наконец, попал. Другой был славою покрытый сочинитель. Он тонкий разливал в своих творениях яд, вселял безверие, укоренял разврат. Был, как сирена, сладкогласен, и как сирена был опасен. В аду обряд судебный скор. Нет проволочек бесполезных. В минуту сделан приговор. На страшных двух цепях железных, повешенных больших, чугунных два котла, в них виноватых рассадили. Дров под разбойника большой костер взвалили. Сама Мегера их зажгла и развела такой ужасный пламень, что трескаться стал сводохадский камень. Суд к сочинителю, казалось, был не строг. Под ним сперва чуть тлелся огонек. Ну, писатель хорошо говорил, льстил, как еретики, сектанты всегда. Дальше. Но там, чем далее, тем более разгорался. Вот веки протекли, огонь не унимался. Уж под разбойником давно костер погас, под сочинителем он злей с часу на час. Не видя облегчения, писатель наконец кричит среди мучения, что справедливости в богах немало нет, что славы он наполнил свет. Ежели писал немножко вольно, то слишком уж зато наказан больно, что он не думал быть разбойника грешней. Тут перед ним во всей красе своей, с шипящими между волос змеями, с кровавыми в руках бичами, из адских трех сестер явилась одна. «Несчастный, — говорит она, — ты ль провидение пеняешь, и ты с разбойником себя сравняешь. Перед твоей ничто его вина, по лютости своей злости он вреден был, пока лишь жил, а ты, уже твои давно истлели кости». А солнце разу не взойдет, чтоб новых от тебя не осветил обед. Твоих творений яд не только не слабеет, но разливается, век от веку лютеет. Смотри, тут свет ему узреть она дала. Смотри на злые все дела и на несчастья, которых ты виною. Вон дети, стыд своих семей, отчаяние отцов и матерей. Кем ум и сердце в них отравлены? Тобою. Кто, осмеяв, как детские мечты, супружество, начальство, власти, и причитал вину в людские все напасти, и связи общества рвался расторгнуть ты? Не ты ль величал безверие просвещением, не ты ль приманчивый, прелестный вид облек, и страсти, и порок? И вон, опоена твоим мучением, там целая страна, полна убийствами и грабежами, раздорами и мятежами, и до погибели доведена тобой. В ней каждой капли слез и крови ты виной. И смел ты на богов хулой вооружиться? А сколько преть еще родиться от книг твоих на свете зол? Терпишь, здесь по делам тебе и казни мера, сказала гневная Мегера, и крышкой захлопнула котел. Ну вот так. Так вот эти писатели, которые что-то делают, на разбойника жаловались, только живые были, там мать потеряла сына или что-то, а это день и ночь дальше они печатают вот туда и распространяют. Вот что ждет их. Два, они уже здесь на земле заканчивают жизнь, тела их где там в кремации сжигают, показывают температура там, сколько, 700 что ли градусов. Я видел даже в интернете показывают, как гроб закатывают туда, дальше смотрят, и он... корежится, но ставили когда датчики, и видно, что страдает тело, какая-то там энергия показана. Ужас какой, ужас на земле и там тоже. Вот и все. Они были и не были, это несчастные люди. Этот Константин, ну и Николай. И даже нельзя сказать Царство Небесное им. То, что они получили, это, говорит, по делам, и крышкой захлопнуло котел. Вот мое мнение. Они пошли туда же, где Юлиан Отступник.
раз обряд крещения, раскрещение сделал, вернул. Все у меня.